Добрый день. А этот день, так как и были прошлые, ну вообще уже практически лето. Видите, как я хожу? Я вон там дрова потихоньку пилю. Погода позволяет. Вот. И пилил сначала в курточке, потом снял курточку и был в этой бобке, потом снял. Сейчас вот так. Жарко. Сейчас посмотрим, сколько тут градусов. Ну, правда, опять же он на солнце. Ну, так показывает 19 градусов. Вы представляете? Ну, реально больше 10 будет. И солнышко буквально вот только что за угла выглянуло туда. То есть термометр был еще не на солнце. Ну что, пойдем пилить дрова. У меня тут их хватит. При такой погоде к весне половины уже и не будет. Я вон уже тут было в уровень. Вот, уже видите, сколько. Ну, тут и мелочь вот такая, и все такое неприятное. Мне там писали, что я пилю и бензопилой в землю. Но тут до земли добраться, вы знаете, еще надо сантиметров 15, наверное. Ну, понятно, что лезвие не надо в землю опускать все-таки. Хотя, по сравнению с акацией столетней, это ничего не сравнится. Ну, как видите, дрова тут вот такая мелочь. Тут что-то можно ломать, а не пилить явно. Вот. А вот покрупнее сейчас попилим. Потом поперетаскиваю то, потому что то, что я уже напилил, дрова там, можно сказать, закончились, а я не заказывал. При такой погоде будем резать. Ну, если выпадет снег, тогда уже будет посложнее. Ну, продолжаем. Особо не буду ничего показывать, так что уже 100 раз показывал, как я пилю дрова. Козлик все-таки надо. Неудобно. Постоишь очень долго вот так наклоненный, и спина чувствуется. Так-то я как бы не страдаю особо, но только наклоненный постоишь долго, спина чувствуется. Вот. И все. Вот сейчас перекур сделал. Тут поработал сколько? Полчаса, можно сказать. Наша красавица уже выросла. Вот какая. Вот. Помогает, да? Она днем не так даже на улицу, больше в доме сидит. Ее чуть ли не выгонять надо. А ночью только стемнеет, она вот тут в дровах. Прямо, я не знаю, ей тут чем-то намазано. Мышей там. И кого она там, ежиков ловит, что ли? Ну, ежика она не словит. Хотя у нас там и ежики жили. Но сейчас я не видел. Вот. Он выискивает. Рыбу тоже ловит. Ну, вот так, мы продолжаем. На сегодня, наверное, ничего более интересного не будет. Ну, может быть, мы будем наряжать елку. Не всегда же стройка. Предновогодние немножко хлопоты, а это не хлопоты, это быт. Это быт жизни в селе, как говорится. Не все ж коту и масленице. Ну вот так и продолжаем. А цепь с победитовыми вставками, ну это просто зверь. У меня таких цепей не было. Хотя были фирменные от Штиля, но обычные. Они твердые породы дерева резали не очень. Ну, резали, понятно, пока не затупились. Вот. А это режет, блин, все подряд. Ну, что она стоит того, я думаю. Не знаю, затупится. Будем точить алмазным кругом. У меня есть алмазные круги. Тут же и плитку резали и много чего. Ну класс, я просто не нарадуюсь этой цепью. Уже раза три, в два раза больше гору перепилил.
вот этого. Ну и я еще не закончил. Еще вот этот край, наверное, сегодня допилю, и будет все. Потом надо будет перенести, вдруг дождь под навес. Солнышко чуть запряталось, но температура, видите, отлично, не холодно. А что-то надеваешь, становится жарко. Вот какой у нас ландшафт на участке. Ничего особо не поменялось. Ну, осень, зима, весна, лето. Тут уже не поймешь. Все смешалось при такой температуре. Вон там наши высокие грядки. Все замульчеваны. И с камина я выношу пепел туда и рассыпаю по грядкам. Вон там даже по цвету может быть видно. Уже три засыпаны, видите. И еще остались новенькие. За зиму они явно засыпятся. И еще будет другое место потом. Потому что слишком много тоже нельзя пепла. А так будет как удобрение. Ну все. Пока вот так. Привет! Сегодня нас пригласили в гости, и мы за гостинчиками идем. Кое-что уже купили, сейчас и купим каких-то сладостей. Там и детки и есть маленькие. Ну и Вике тоже подарочек купили. Папа балует. Да-да-да. Вот. Предновогодний будет, потому что у Виты, у меня, то есть большая проблема какие-то подарки сделать, потому что если я без нее что-то куплю, может не понравится и будет без толку. Ну это нормально. Да, поэтому мы большинство выбираем вместе. Ну ладно, ну, пойдем, правильно. Пойдем купим что-то вкусненького. Тележ, это. А, ну да. А сейчас себе на новогодний стол купим икорки. Мы иногда себя балуем. Вот. А нету таких банок. Угу. Вот тебе на, а где шаланда? Спецпосол. Нет, мы в основном берем шаланду. Если когда берем, разобрали. Вот так, видишь, на новогодний стол. Ну, значит, меньше мы будем давить. Значит, в другом месте будем смотреть. Вот, вот это ж надо. Сегодня вот уже будем наряжать нашу елку. Она уже давно тут стоит, а только сегодня украсим. Ну, вот такая гирлянда белая будет сюда и эти игрушки. Ну вот и все, наша елка готова. Вот так, в принципе, она будет выглядеть. Вот. Здесь больше уже нечего. Дальше будем ставить на улице. Вот это осталось, пойдет туда. Ну а здесь снизу ножку, может, чем-то прикроем. И будет вот такая у нас нарядная красавица.
Так что будут еще новогодние праздники. Надеюсь, будет интересно. Буду снимать, показывать. Так что подписывайтесь, смотрите канал Трепанация, ставьте лайки, пишите комментарии. Новогодний колокольчик не забудьте. Удачи всем. Пока.